У меня вышел таймер на... Как они назывались, эти перчатки? Я забыл. Сиреневые вот эти. Которые 22к сейчас стоят. Хайбоксы, да, вот. Блин, печально. Очень крутые перчатки. Очень крутые перчатки. Но под этот костюм Мазаринг тоже очень круто подходит. Чуть-чуть не пропустил. Коцану. Ненавижу дробовики в этой игре. А где еще? Кино? Хорош. Скидывайте пушки, ребят. X4, полная броня. Их будет чуть чё, сзади. За домом у меня есть. Передо мной двое топают. Передо мной. Оранжевый, да. Там хая, хая. Еще один должен быть. Мне. За забором. Да. Да, нормально. Не, я, наверное, с МД4 тогда поиграю в этой катке. Блин. Кто, блядь? Спина. Я лечусь, оранжевый. Поднимайтесь. Ну, поднимай. Да-да-да. Она, может, у него МВСВ глушак? Собака, блядь. Нет.
А так ему пофиг было, что я зашел. Да? Если честно, даже обидно немного, что меня в хер не ставят, когда я захожу. Добить будет, добить. Я учусь добивать, ребят. Я, понимаете, что я вот этих типов, я им говорю, скидывайте пушки. Я в общий чат это говорю. Чтобы у меня, блин, не было их смысла добивать. Они сидят и просто, и все. Я понимаю, что если, ну, мне как бы туда надо отойти, я их бросаю тут. А я не знаю, что у меня тут. Может, у меня чел в будке тут сидит, ждет, пока я уйду. И он бы сюда зашел, их бы начал поднимать. Я поэтому стал добивать. Ты как мозги работают. Ну, никто не идет, значит, никому не нужны. Мозги так стали работать. И это правильно, потому что сколько я, блин, тогда на этот намутился, когда я говорил, что больше я хер, типа, кого не буду добивать, ну, когда я, типов, по кругу бегаю вокруг этого, где это на Эрангеле было... А, в Липовке. Я по кругу бегаю, просто нокаю, 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 они по кругу бегают, трясаются. В итоге потом меня, короче, один нокнул и сразу же доел. Я такой... Мразь, блин, думаю, капец. Там, наверное, по 5, по 6 ноков дал, блин. Обманываю, по 4, по 3 где-то. 5-6 это уже леталка. Поэтому вот такая вот история. Компенса СВ нужен кому? Я дам. Тебя? Нет, не тебя. Кому щека нужна? Бля, у меня броня коцаная, ну ладно. На, забери. Поехали. Да-да, давай тоже я проведу нормально. Руль дай, пожалуйста. На четвертое сядь свободно. Что-то нет доверия, да, к родову? Бля, с этой хуйни не постреляешь. На, пистолет с собой носить. А, понял. Я думал, это мотоциклист говорит. Как я вчера задрайбайл с карика мотоциклиста. Вы видели ролик ВКонтакте? Вот там вот это было. Вот тут вот. Я еду такой, а тут мопед едет. Я такой, еду соло. Фигась такой, сажусь на соседнее сиденье, значит, достаю корячок, расчехляю. И такой бам! Прицельным выстрелом. Справа чел бежит, аутсайд. Ну! Все, давай убьем. Опен бежит на метке. Там перекрестка, хватится, поехали за. Ну можно этих закрыть и потом туда. Да, я же говорю, чел бежал вот так вот. Когда мы ехали, я же по нему стрелял. Где-то в кемп зашел, скорее всего. И он один бежал. Ну, он дальше, наверное, убежал в зону. Ой, он убегает. Убили сразу? Угу. Да. Там машина-то еще через прыжок проехал. Ну, давайте тогда на перекресток. Нам надо сразу в зону ехать.
Ах, не головушка. Мед качал один с шотом. Дай руль, пожалуйста, первый, второй, дай руль. Едь на 215. Вот сюда на метку. Закроем перекресток и тут перед вами что? Стой, 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 стой! Блядь. Это что такое, блядь? Ну я же говорю, перед вами что? И на перекрестке ЧП. Где-то у палаток. Тоже на ноге мэби пойдут на метки. Там коряк стрелял. И там все тачки разбиты. Да поехали, нехуй тут. Ну поехали, поехали. Чипы! Чипы перед вами, чипы! Тачка справа есть, если что. Это чипы. Дейл, к нам спешат. Чип-чип-чип-чипы, Дейл. Лучше всех. Ай, ё-моё. Почти бензин кончился. Ёбаное дерево. Надо на берег ехать. Сюда, сюда можно куда-нибудь. Да, давай сразу на тройку. Типы на метке тачки там есть. Ой, ой, ой. Там... Они, по-моему, на береге. На береге, на береге. Я коцанный, я не могу туда ехать. У нас машина вообще была разбита. Там, по-моему, два кемпа вообще. Ой, два... Голову дал за камнем. Аутсайд один в кустах. Видишь? За смоком, бежит. Бежит к вам на метке, на тройке. Добежал мне. У меня блиц вообще каленый порой. Хилит. Пойдем по левой стороне попусь. Давай, давай. А это что с кариком где? Внутри теплиц. Бля, ну мы не поможем уже, да? Да, мы не успеваем. Ты зря пушишь. Нет. Блять, вот же он сидит. Это жесть. На моем трупе был.
пушит, их пушит по открытой. Еще есть это перед тобой. Ну я убил ее. Не вижу никого. Это те остались, которые этот с теплицы на перекрестке. Там как раз двое было. Ну они где-то на 320 должны заехать в зону. Когда мы файтились у теплицы на перекрестке, тут было двое типов. Так вот они выжили. И, скорее всего, они приехали куда-то вот сюда. Где-то тут. Что получается? А что, аэродроп не хочешь подобрать? То что-то как-то нет. В одежде. Чего подобрать. Беру, окей. Забирай, забирай. Хотя. Там далеко не ебашь. Это ладно, давай, давай. Пофиг. Да это жестко. Если там не АВМ, то это хреновый заплыв. Как по мне. Походу ты забрал, да? Получается так. Не, ну гроза тоже имба. Но лучше бы АВМ. Лучше бы АВМ, конечно. Хотя М24 больше люблю. И выглядит она. Блин, как же М24 классно выглядит, а? Просто кайф. Я понял, там уже зона. Да-да. Сот 50. Водичка такая прозрачная. Кайф. Да, неплохо, поехали. Так сюда, наверное, что? Куда еще? Да, давай. Там не было никого. Это было 10 минут назад. Да, будку займем. Тут как раз есть сминка. Не, блин, не ходи один, разминируешь. Дай его глянуть поаккуратному. Тут камень. Тут, кстати, хорошая позиция. Да? Да, нормальная. Правда, я никого не вижу. Может, кемпу есть? Там двери открыты, но никто не стоит.
Не, ну это капец, искать вот этих двух сейчас. Пришельцев. Это сверхразум. Я уверен почему-то, что он сейчас скажет у меня. Вот так вот. У меня! И его нокнут. Я такой, блин. Опять все самому делать. Ай, блядь, чё я туплю, нахуй. Я к тебе бегу. Давай, давай. Их же всего двое осталось. Ну да. Там либо сольники, либо, ну, как бы. Мне кажется, дуо. Возможно. И они где-то сверху должны играть у нас. Я прям чувствую. Выйди, да. Где-то вот тут. Я со своей стороны не видел движения. Это еще раз посмотрю внимательно. Ой, господи, какая стенучка. Да не, давай вместе ходить. Есть движение на Е. Yeah. На Е. Нет, поставил. Он в Т3. Нормально. 85-95. Пойдет. Будки пробежал. Хорошо. Метку поставил. Лучший. За бочкой. Хорош. Он пушит будку. Неплохо. Пострелял чуть-чуть. Он зашел в будки именно в ней. Мега хорош. Типа вообще на меня пох. Да? Блядь. Я типа все. Спасибо за игру. Как же ему похрен было. Это жесть. Поздравляю. На ютубе себя посмотришь. Пас.